Приветствую, ребята. Вот и наступил этот долгожданный день. Сплав по речке. Пруд, рафтинг. Мы только приехали. Сейчас у нас без 10, 8 утра. 13 июня 2015 года. Расчехлили лодку. Сейчас Санек накачал одну секцию. Сейчас будет накачивать вторую, потом я чуть-чуть покачаю. Ну и будем перебрасывать наши вещи. Вещей не очень так уж и много. Закидываем в лодку. Ну и, как говорится, сушим весла, только мы наоборот их почем. Санек, добавишь, все будет супер плавить Джонни Бонифац. Ну что, качаем? Ну, приступай. Сплавляемся мы с Глиниці и до родного города Черновцы. В среднем сплав занимает от 3 часов, ну и до... вплоть до целого дня, если делать привалы, пикнички. Ну и все будет отлично. Качаем, 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 не останавливаемся. Качаем, качаем. Лодка очень длинная и узкая, специально для скоростных спусков. Лодка чешская, фирмы Тенди. А вот ее модель. Лодка примерно конец 70-х, начало 80-х лет. Где-то на ней я находил дату, уже точно не помню. Так, давай правую секцию я подкачаю. Давай. Ты пока поразвлекай наших дорогих телезрителей. Ну что, операция правая секция начинается. Хочу показать вам, друзья, заглушки. Вот, кто помнит, может быть, когда-то были такие матрасики совдеповские интересные. Именно с такими заглушечками. Или еще уши можно затыкать, чтобы вода не затекала. Да, кстати. Очень отличные заглушки. Давай. А ну-ка. Опа! Что, слышно что-то? Что я говорю, слышишь? Ой, что-то... Плохо, да? Что-то море услышал. А, ну вот, значит, работает сисел. Ну вот, лодка приобретает свой внешний вид. Мы сейчас с более сильнее накачаем, пока мы так даем накачку. Лодку форму свою взял. Якорь взял? Но только от баркаса. Сколько? 18 34. Вот, ребята, 86 год. 16, наверное, номер партии какой-то или что. Мы уже подошли к водичке. Лодочка у нас уже готова. Санек уже наконец-то зачехлил свои вещи в лодку. Я это сделал чуть ранее. Ну и мы готовы. Водичка теплая. Санек, готов. Число. Так. Ребята, вода прохладная. Ничего не прохладная. О, давай быстрее. Все, ребята, отлично. Не дрейфим мы. Если в случае чего, мы Саню посвящаем веслом. Тысяча полосатых селедок. Да, он уже стал. Друзья, тут еще надо соблюдать субординацию. Вот так вот они на вопрос. Так, не брызгай сильно. Давай, ты перевезли. Хорошо же, друзья местные тут стекло не покидали. Смотри, вставай ногой в лод. Перекидывай ногу за лодку. Как залазишь на коня. Вот так, только яйца не порвать бы. Во, все. Ну, все, вот ты уже практически сел. Теперь держи левее чуть-чуть. Давление давай, бы тебя что на правый борт. Все, держи есть. Весло. Давай. По центру возьми, впусти. Вот так вот. Все. Снимай меня. Как профи залазит в лодку. Давай, профи. Главное не перевернуть.
ну что, ребят, вроде как бы профессионально мы залезли в лодку. Я что хочу сказать, друзья, помаслали. Выше, выше, меня засними выше, как будем мы маслать. Так, ребята, входим мы в течение. Разворачиваем лодочку. Саня, это ты уже намочил лодку? Не-не, все, я все буду. Что-то по ногам теплая водичка потекла. Это кто-то описался, может. Я еще пока плавки сошли. Солнце валит не по-детски, ребят. Стартанули мы отлично. В пути мы будем 20 километров. 20 километров, друзья, это же просто. Просто кошмар. Это целых 20 километров. Рыбак. Рыбак ловит. Ребята, вы не видели рыбака, но кажется, здесь еще рыбаки есть. Вы думаете, ребята, думаете, что сплавляться это легко. Но на береге будет очень много нудистов. Нам придется от них очень долго отбиваться, чтобы выжить в этой дикой ситуации. Так что, ребята, держите за нас кулаки. На подходе к нам плыви. 7 футов под килем, друзья. Что, Санек, давай весло. Бери камеру. Вот там вот, ребята, вот сейчас я приближу, вот там вот перекатик. Шум слышно уже сдалека. Ого, какой камень. Ого, мы по камням. Ой, да, да, да. Мелко, ребята, мелко. Срака в камнях, друзья. Опа! Опа, опа! Друзья, начинается жесть, начинается жесть. Вот такие, такие вот перекаты впереди. Я в воде. Полная лодка воды, ребята! Я полная лодка. Карамба, тонем! Карамба! Короче, все мокрые. Короче, я тут буду плавать, да, я понял. Ах, супер, ребята, это что-то сейчас. Ну что, друзья, наше веселое приключение продолжается. Ого, ребята, я уже вижу очень-очень дикие перекаты. И они в 2 раза больше, чем были раньше. Вперед. Йо-йо-йо. Друзья, начинается какая-то... А, жесть! Тихо-тихо. Стрельчиками. Друзья, тут главное не... не перевернуться! Не мзди! Ребята, отсели меня. Друзья, мы только что прошли. Не прошли? Не прошли. Это пруд, ребята. Самая спокойная речка в мире. Как вы думали? Это жесть. Это, ребята, адреналин. Волны, кстати, настолько большие, что мы уже как в бассейн. Хоть мы пытаемся привыкать, пытаемся. Надеюсь, привыкать. Надеюсь, Саня джакузи создавать не будет? А? Да нет, пока. Пока нет. Пока нет. А вот там чирка, да, есть. С левой стороны. Да, блин, вот. Крутить. Да, в эту тихую заводь можно не хоть хреново вписаться. Дальше за поворотом спокойно. Блин, я не знаю, что так. Надо лодку очень сильно крутить. Это я из Чуны в водовороте. Сегодня заворачиваю берег. Немножко имеет такую бухточку. Благодаря этому, скорее приходится всего. Приходится, ребята, за счет этого реально весловать. Приходится больше грести, да? Так, друзья, ну впереди у нас более-менее спокойная обстановочка, поэтому на время прерываемся, ну и, естественно, включимся на более экстремальном перекате. Да, у нас тут вещи уже плавают, кстати.
будем сосиски кушать, которые откиснут. Скажем это... так, друзья, самый главный палец мы уже намочили. А да, самый главный палец уже мокрый. Причем очень быстро. Но на этой интересной ноте мы просто выключимся. Оставайтесь с нами. Да, к следующим перекатам, ребята, мы, наверное, оденем гидробокс. И Саня будет очень экстремально снимать в двух камерах. Прямо в волны. И вот это все самое захватывающее ждет вас впереди. Друзья. Ребята, через несколько дней это все выйдет во второй серии. Ждем, подписываемся на канал. А дальше будет самое интересное. Это как мы только 5 минут, ну может 15, расплавляемся. Так что все интересное впереди во второй, третьей, а может быть четвертой и пятой серии. Удачи! И ждите следующих выпусков. Пожелаю. Пока, ребят. Не остаться в этой реке. Ла-ла-ла-лай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 -